Крепко заперто. Thank you.
Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Так что стало с моряками, которые перепили морской воды? Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду, да? Это так. Я всегда очень внимателен.